На оглашение решения пустили не только прессу, но и просто людей, которые пришли поддержать Ивана. В итоге зал заседаний очень быстро заполнился. Несколько десятков человек даже остались за его пределами. Стояли люди сегодня и на улице под столичным дождем. Всего можно было насчитать около 100 человек. Задерживать всех судья надолго не стал. Примерно за 15 минут он огласил решение, лишившее журналиста 22 лет свободы. Прокуратурой преступлений, путем частичного сожжения назначенных наказаний, назначить законного окончательного наказания в виде лишения свободы на срок 22 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 2 года. Сам Иван в этот момент улыбался и даже переговаривался. В зале была его невеста Ксения Миронова. Как только судья закончил речь, зал сорвался на аплодисменты. И несмотря на требования приставов уйти, люди кричали «Свободу Ивану!» и «Выйдешь раньше!». Сафронов лишь успел ответить им «Я вас люблю!». Многие выходили со слезами и говорили о несправедливости, в том числе адвокаты, пообещавшие обжаловать приговор. Иван ни на секунду не сомневался ни 2 года назад, ни день назад, ни сегодня в своей правоте. Поэтому то, что озвучил суд, ну, озвучил. Если говорить в принципе, то небезызвестному товарищу Сергею Скрипалю, да, вот, заочно дали 13 лет. Это как бы, да, все знают, кто это такой, его действия в комментариях не нуждаются. Ну вот, почему-то сочли, что десятки тысяч секретных документов, переданных, действительно секретных, грифованных, переданных иностранным спецслужбам, вот они заслуживают 13 лет. А деятельность Вани Сафронова 22. Для собравшихся очевидно, Сафронова преследуют за журналистскую работу. Вот что сказала сестра Ивана. Такой вот, знаете, вот на что-то была вера, а вот сейчас и нарушится, как карточный домик. Но я хочу сказать, что это абсолютно, да, может быть, громко сейчас прозвучит, это абсолютно как бы не какая-то победа там, я не знаю, или еще что-то. Это такой этап, который надо пройти. Ваня остается собой, это самое главное. Ну, значит, пройти этот путь ему там, нам здесь. В конечном итоге все будет хорошо. Мы до конца надеялись, что может что-то здесь измениться, что-то более тщательно где-то разберутся. Но получается так, как получается. Правозащитница Марина Литвинович считает, что это показательный процесс. Примерно такого же мнения придерживается журналистка Арина Бородина, которая назвала суд актом устрашения. Я абсолютно ожидала большого срока для Вани. Я так думала, что будет 20 минимум лет, потому что мне кажется, что власть хочет сделать этот приговор показательным, чтобы, во-первых, все боялись, чтобы журналисты перестали заниматься своей профессиональной работой, собирать информацию, чтобы перестали вообще обмениваться информацией с иностранцами, вообще перестали с ними встречаться, перестали работать с источниками, вот, то есть перестали заниматься своей профессиональной работой. Это совершенно беспрецедентное решение суда. Никаких таких приговоров я не помню. Иван Сафронов не насильник, не убийца. Никаких не совершал противоправных действий, за которые можно получить такой срок. Он журналист. Это вырванные из жизни годы и, в общем, скажем так, сломанная судьба. В любом случае, 2 года уже вырваны из жизни, 2 года и 2 месяца. И, конечно, это устрашение. Это угроза и для журналистов, и для любого человека, которого просто за встречу с иностранцем могут обвинить в госизмене. Частью систематических репрессий против независимой журналистики назвали приговор и в Евросоюзе. Там призвали освободить Сафронова и отметили, что преследования журналистов лишают граждан права на достоверную информацию. Вот что пресс-секретарь службы внешних связей ЕС сказал RTVI. Поскольку Сафронов и подобные ему люди являются российскими гражданами, содержащимися под стражей на территории России, мы мало что можем сделать. Но мы говорим об этих случаях, усиливаем международное давление на Россию, выносим эти дела на международное обсуждение, привлекаем внимание к таким случаям. Напомню, что бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова задержали в июле 2020 года по обвинению в госизмене. В тот момент он был сотрудником Роскосмоса. Как утверждали в ФСБ, он якобы передал секретную информацию иностранным спецслужбам. Но детали дела известны не были. В августе издание агентства опубликовало обвинительное заключение. Согласно ему, Сафронов передал гражданину Чехии Мартину Ларишу и немецкому политологу Димуре Воронину 7 файлов секретной информации. При этом, следует из документов, следователи
не нашли ни одного чиновника, который передал бы данные, да и практически вся информация была в открытом доступе. Вскоре и русская служба BBC сообщила, что дело может быть связано со статьей в «Коммерсанте» о поставках истребителей Су-35 Египту. Этой публикацией в Каире были возмущены, так как страна рисковала попасть под санкции Запада.